Денис, давай быстрей! Сегодня наш пресс-отряд... Ты видел, сколько у нас девочек в отряде? Них вы будете работать над точно нормальный репортаж не снимем. Ага. Белкин Егор и Екатеринина Настя. Оператор Карпов Денис и красавина Алиса. Ты хоть снимать-то умеешь? А ты микрофон в руках держала хоть? Ну что, актриса, ты готова? А ты чего так залезался? Может, вместо меня выйдешь? Завидуешь? Вставай давай. Поехали. Добрый день, с вами красавина Алиса. И сегодня я расскажу вам о событии, которое... Ты издеваешься? Каждый репортер должен знать свой текст. Заново. Помнят этот день надолго. С вами были ведущие красавина Алиса и Карпов Денис. Ой, подожди. Давай заново. Я забыл нажать кнопку. Поехали. Давай заново. Ты издеваешься? Я не издеваюсь. Серьезно забыл? Случайно. Поехали. Добрый день. С вами красавина Алиса. И сегодня я расскажу вам о событии. Мама, привет! Я в телевизоре. О, простите. Ты дурак, что ли? Привет. Слушай, нам вместе еще столько работать. Давай попробуем найти общий язык. Не мешай мне, я монтирую. Ну, можно же монтировать и разговаривать. Я тебе печеньки принесла. Да отстань ты от меня со своими печеньками. Как у тебя там с работой? Да никак. Алиса лезет вечно, когда не надо. Особенно, когда я занят. Да и сама косячит. Ну и повезло же тебе с напарницей. Ага. Ну, Алиса, ну почему ты не фотографируешь? Мы же тебя попросили. Да хоть еще разочек. Ну что, ты написала текст о законе зелени? Ну что ты молчишь? Немых в репортеры не берут. К чему все эти оскорбления? Ты просто не хочешь меня понять. Это я не хочу тебя понять. Я понимаю даже тех людей, которых ни разу в жизни не видел. Но тебя, тебя я не пойму никогда.
Подожди!